всем привет, с вами Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня я буду... Какой видеоролик? Это стрим! Ребята, сегодня я начинаю свой стрим, и надеюсь, я сегодня что-то выбью крутое, потому что на этом стриме мы будем открывать кейсы в CSGO. И, как вы помните, я когда-то давно, хотя недавно это было, выбил такой вот крутой Talon Knife, поверхностная закалка, и я решил, почему бы мне не попробовать снова выбить из того же кейса, Horizon кейса, такой же крутой ножик. В общем, в данном видеоролике сегодня... Какой это видеоролик? Что-то я уже все. В общем, в этом стриме мы будем выбивать крутые скины, крутые всякие эти, все мы это будем выбивать, но и, конечно же, ребята... Сегодня, конечно, это все будет на стриме, это все будет круто. Значит, мне друг сейчас задонатит сюда, получается, на кейсы он уже мне давал, кстати, сейчас он давал мне сотку, сейчас он еще мне даст, и мы тогда уже начнем, так я все отключил, чтобы мне ничего не мешало, и вам, наверное, приятного просмотра, потому что вам будет приятно, наверное, на это посмотреть. Я сейчас жду, пока он мне задонатит, и я начну открывать кейсы. Так. Так, звук уже услышал. Наверное, задонатили. А, да, все. Так, короче, смотрите, сейчас я закидываю это все дело на Steam. Дальше мы открываем где-то примерно несколько кейсов из Horizon кейса. Ну, я покупаю еще ключи, кейсы, чтобы открывать. И... Наша сегодняшняя цель — выбить оттуда нож. Реально крутой нож. Ну и что из-за этого выйдет, мы посмотрим и поиграем. В общем, приятного просмотра. Так, открываем последний кейс. Давайте посмотрим, что из него выйдет. Так, открываем кейс. И что же из него нам выпадает. Так, что? Что это? Блядь. Пиздец. Что это? Блин! Talon Knife! Talon Knife! Первый раз, ребят! Охренеть! У меня нож, у меня Talon Knife новый! Короче, как тебя там этот? Волк, донать мне, короче, то, что ты обещал, то, что мы договорились, то, что ты меня стримишь. Даже, блин, слова, короче, забыл. Короче, скинь мне 30к, как обещал, и все. Капец! Talon Knife выпал. Что? С последнего, почти с последнего кейса выпадает Talon Knife. Talon Knife, мать вашу, прямо с завода, блин. Понимаете, что это? Что? Давай донать. Хоть порадуюсь еще. Talon Knife. Первый раз такой. Угораешь! 30к! Так, а сколько Talon Knife стоит вообще? Я просто не знаю, сколько прямо завода этот, как он... Как, сколько вообще оно стоит, этот нож, блин? Он как минимум 1050 стоит! Охренеть! Еще выиграл сейчас у Волка. Вот, ребят, со мной спорить бесполезно, все равно я выиграю. Капец! Капец, ладно, сейчас зайдем в игру, посмотрим, как он в игре будет. Так, я вроде все сделал, звук сделал, экран сделал, так вроде нормально должно быть. Вот сам нож, вот он. Как он так выпал, ребят, вот, я даже с первого раза...